Кроме того, депутаты одобрили еще одно нововведение, которое миллионам россиян позволит получить гораздо более существенную материальную компенсацию при покупке жилья. Речь идет о поправках в налоговый кодекс, благодаря которым теперь имущественный налоговый вычет не будет привязан к объекту недвижимости. Это значит, что, к примеру, когда супруги приобретают квартиру в совместную собственность за 4 миллиона рублей или дороже, каждый сможет вернуть по 260 тысяч рублей уплаченного НДФЛ, а это вдвое больше, чем было до сих пор. Еще одно существенное новшество. Теперь имущественный налоговый вычет можно получать не один раз в жизни, а до тех пор, пока не будет израсходован лимит с 2 миллионов. Это 260 тысяч. Так что, приобретая домик за миллион, знайте, что право на имущественный вычет еще с 1 миллиона у вас остается.